здесь наши беды, никто не знает. Вот не они в Белом доме, а никто здесь. Прислали, ага. Кто не здесь? Сейчас если бы они в этой дыре жили, как мы. А то она приехала, Пилюс, и уехала туда. Ее привезли и отвезли. А наши беды здесь никто не знает. То, что у каждого второго шахтера солигоз легких, у каждого мужика рак. Рак. И каждая вторая женщина, рак груди у нее. Онкология сплошная. Вот она, открыли метанол. Вы не видите, а мне окна туда, я в девятиэтажке. Какие там идут пары. Яблоки на даче, как будто облиты маслом подсолнечным. Моешь, ее не смоешь, она жир один. Да, у нас тоже сады такие же чудные. Да. Это мыслимо такое. Бедных баб хотят обобрать, собрать эти последние 380 рублей. Им на бурген только хватает этих денег купить. А чтоб хорошую таблетку от головы со купить, всех, у них нет денег. Со всех, если собрать, то хватит денег. На все таблетки. Нас уже и так обобрали. Уже больше некуда обобрать. За свет. Не могут навести порядок со светом. Принесли за квартиру 80 киловатт, за подъезд 104 киловатта. А кому это? Я что, стираю там? Или у меня это самое, находится микроволновка там. А будет администрация? Или они там сидят и попрятаются? Мы здесь никому не нужны. Как? Зачем мы нужны? На наших горбах в рай въезжают. Молодежь с высшим образованием нигде работает. Нигде. Они считают, что мы все быдло, и ничего мы не знаем. Они нас за это считают. Они вот за электричество начисляют, допустим, по общедомовому счетчику 360 киловатт нагорел. Подождите, у нас есть. А они, значит, выставляют 300 рублей, что я нажгла, и 600 еще сверху за лампочку в коридоре. Она пошла лампочка, разбираться, пошла разбираться, они говорят. Значит, мы там разделили по 6 киловатт, получается, на квартиру. Они говорят, это не так, надо умножить на 20. Да, коэффициент 20. Коэффициент, да, да. Откуда этот коэффициент берется? Строится. Я отдала в прокуратуру документы. Я говорю, я образованный человек, я не могу разобраться в этих документах. Что это вы за фигни грамоты прислали? Разобрались. У некоторых мы пошли писали, он нам выписал. Он снимает. Это как же надо ненавидеть свой народ, чтобы вот такие вещи делать, а? Это делается как же это так? Специально, чтобы была война гражданская. Они так, вас не говорят недовольные. Правильно, они там и недовольны. Вот, снимите вот эту... Говорить по делу. На сцене выступил. Какую ситуацию нам объясняют? Мы не вместимся там. Пускай народ видит, что мы здесь стоим. Конечно, вот сюда хочет. Здрасте. Шатры растянули, домики понастраивали. Опять же надо снимать, и кровь как 37. Послушайте, ну к чему эти запугивания? Что вы нас запугиваете постоянно? Чтоб нас не видел никто, да? Вот сюда пусть администрация пойдет. Не пойдем, стойте здесь. Мы не являемся организаторами вашего митинга. Мы пришли послушать вас. Но мы приглашаем вас зайти в дворец, где мы сможем с микрофонами пообщаться. А что мы слышим? Мы не слышим, что вы говорите. Мы не слышим. Возьмите микрофон. Перечень населенных пунктов утверждается постановлением правительства Российской Федерации. Еще раз повторяю. Сочетайте, пожалуйста, перечень, который относится к Тульской области, к городам.
более 1000 населенных пунктов. Нас интересует Чуйкинский район. Давайте. Населенных пунктов Тульской области. Перечень населенных пунктов, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, утвержден постановлением номер 1582 от 27 декабря 1997 года. Перечислить я вам не могу, потому что это более 1000 населенных пунктов. Уважаемые жители Щекинского района, я не знаю по поводу Донского, но я знаю, что Щекин у нас включен, так же, как и Ломенцевская, и Головеньковская. То есть у нас с вами 46 тысяч из населения Щекинского района на настоящий момент получают льготы. О том, какие... Значит, куда? И, Ирина Михайловна, мы предоставляем вам слово, и я хочу просто, дайте вначале мне слово сказать. Значит, я прошу ответить на вопрос, что вам известно о тех исследованиях, которые проходили на нашей территории, почему эти исследования не были доведены и до нас, и до меня, как и до населения. Пожалуйста, что вы хотите? Назовите себя, пожалуйста. Кашлю Владимир Алексеевич. Вы говорили про компьютеры, да, это самое, про интернет. Ну, молодежи-то здесь нету. Почему? Потому что надо собирать выходные дни, а не когда молодежь работает. А если все соберутся, молодежь, вам этого зала будет мало. Первое и основное, значит, все... Кто сказал, что нет молодежи? Значит, вы еще зря повторяете. Уважаемые щекинцы, я хочу сказать, что инициативой как раз явилась те, кто владеет компьютером, те, кто у нас имеет льготы по уходу за детьми, потому что самые большие льготы, которые касаются нашего населения, это, безусловно, те льготы, которые получают наши мамочки по уходу за детьми. Поэтому сказать, что их это не интересует, и время назначали не мы. Мы просто пришли, узнав, что соберется большое количество людей по вопросу, который является для нас тоже жизненно важным. Поэтому, если будет желание собраться еще, я еще раз повторяюсь, соблюдайте закон о митингах, собирайтесь, обсуждайте, организовывайте активную группу, и мы будем очень благодарны и будем поддерживать их в этом направлении. Тем не менее, я предоставляю слово Инне Михайловне. Добрый день, дорогие щекинцы. Непонятно, откуда пошла вот эта волна негодования, потому что действительно ни проекта постановления, никаких поручений правительство Тульской области в этом плане не получало. Работа, как велась и ведется в плановом порядке. По поручению губернатора Тульской области Груздева было оформлено обращение в Министерство по чрезвычайным ситуациям о включении города Славный дополнительно в этот перечень. И еще ряда районов, которые, на наш взгляд, должны быть в этом перечне. Поэтому... Как бы вот сегодня я не вижу причины для такого вот вашего возмущения. Что касается мониторинга, мониторинг осуществляется постоянно Министерством по чрезвычайным ситуациям, Роспотребнадзором и службой гидромета по стационарным постам. Вся эта информация накапливается и обрабатывается. Это работа, которая выполняется в течение достаточно длительного времени. И чтобы принять подобное постановление, нужно иметь достаточно большой временной ряд этих замеров. Поэтому как бы вот сегодня нет оснований для того, чтобы мы
обсуждали с вами некий проект постановления.